главный новогодний волшебник и Снегурочка на мотоцикле. Баба-Яга и Человек-паук под куполом цирка. В Красноярск Филатовых привез праздничную программу «Дед Мороз в стране медведей». Шоу приготовили специально к 180-летию старейшей в России цирковой династии. Это не обычное представление, а настоящая сказка с интересным сюжетом. Темные силы украли у детей Новый год, а Дед Мороз со своей командой пытается вернуть ребятишкам праздник. Главные актеры – канатоходцы, эквилибристы, фокусники и экзотические животные. Пеликаны, дикообразы, верблюды и, конечно, главная гордость династии – дрессированные медведи. Они покажут свой знаменитый боксерский поединок, прокатятся на мотоцикле и роликовых коньках. Все это вместе с новогодними декорациями, танцами и лазерным шоу соединилось в новой двухчасовой программе. В Красноярске артисты пробудут до 15 января. Мы хотели эту сказку действительно сделать для детей, чтобы они приходили, как в прежние времена, именно получали удовольствие от цирка, от животных, от персонажей. Цирк невозможно пересказать, его надо видеть. Поэтому я приглашаю всех любителей циркового искусства, детей, конечно, в первую очередь, к нам на новогоднюю сказку.